Недавно меня озадачили интересным вопросом, а как сделать скругление у какого-то ребра у куба, чтобы остальные были ровные. В обычных редакторах это делается bevel, но в Unreal почему-то до сих пор у bevel такой функции нет. Есть только костыльный вариант. Показываю, что я придумал. Значит, берем кубик. И по идее, если мы сейчас пойдем в bevel, так, выделяем ребро. Это наш bevel. То он так вот срежет. Вообще ни о чем. Поэтому, что я придумал, какой костыль. Сначала делаем ремеш. Ну, если у вас уже нормальная сетка, значит можно его не делать. Дальше идем очень интересную вещь, как атрибут editor. Добавляем новый атрибут addWeight MapLayer. Я назвал 1, 2, 3. Окей. Дальше MapPaint. Заливаем это все красочкой. И закрашиваем ту граньку, которую нам нужно скруглить. Здесь я не буду делать ничего красивого, просто чтобы вам показать. Окей. Дальше идем в Smooth. И здесь выбираем Weight. А, кстати, видите, как Smooth отработал по всем. Поэтому идем, выбираем Weight. И вот у нас Smooth наш отрабатывает только по тем граням, которые мы отрисовали. Ну, вот как-то так. В принципе, можно сделать bevel, потом подкрасить, ну и будет такой подкрашенный bevelчик. Ну, так вот это можно сделать сейчас.